Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 35 на странице 14 рабочей тетради по математике для 2 класса автора Маром. Соедини линию кружок с номером задачи и карточку с выражением для ее решения. Дима нашел 12 грибов, а папа на 5 грибов больше. Сколько грибов нашел папа? Дима 12, а папа на 5 больше. Чтобы узнать, сколько он нашел, нужно к 12 прибавить 5. Дима нашел 12 грибов, а папе на 5 грибов больше. Сколько грибов нашли Дима и папа вместе? Папа нашел 12 плюс 5, а Дима 12. То есть мы должны к 12 прибавить 12 плюс 5. Дима нашел 12 грибов, папа на 5 грибов меньше. А дедушка столько грибов, сколько Дима и папа вместе. Сколько грибов нашел дедушка? Дима нашел 12 грибов, а папа на 5 грибов меньше. То есть он нашел 12 минус 5. А дедушка столько, сколько Дима и папа вместе. Папа 12 минус 5, Дима 12. Чтобы узнать, сколько нашел дедушка, нужно еще это сложить. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.